Ульяновске на территории спортивного комплекса «Заря» проходит 8-я зимняя спартакиада для пенсионеров Ульяновской области. Для этих людей, чей возраст за 60, важна и победа, и участие. Активные пожилые люди, не стареющие душой, соревновались под девизом «Чтобы тело и душа были молоды». В течение дня жюри определяло лучшую команду по трем видам зимней борьбы – лыжной эстафете, деревенскому хоккею и веселой эстафете. Ну, в первую очередь, это спорт для нашего старшего поколения, для того, чтобы они были здоровы, для того, чтобы заряжали здесь энергии, для того, чтобы активно жили, активно участвовали в жизни региона. Не все мечтают о спокойной старости. Для некоторых, наоборот, это самый подходящий возраст для приключений, спорта и реализации себя. Вот и 120 участников, членов местных отделений Союза пенсионеров России, уже 8-й год подряд традиционно участвуют как в летних, так и в зимних соревнованиях для граждан старшего поколения. Настрой у нас позитивный. Мы приехали к встрече с друзьями. Мы уже выступаем. Вот это 8-я у нас спартакиада, да? Все года мы участвуем в этой спартакиаде. Здоровый образ жизни, занять свой досуг. Как же здесь и разнообразие, и коллектив. А мы в деревне что там, одни, бабки, детки. А здесь общество. Эта спартакиада особенная, поэтому здесь нет проигравших. Побеждает дружба, общение и здоровый образ жизни. Грамоты и медали нашли своих героев, а из самых выносливых и сильных представителей серебряного возраста будет сформирована сборная Ульяновской области, которая отправится в Уфу на Всероссийскую спартакиаду пенсионеров.